Я его замочу по-быстрому. Придурок, ты ж на всех... А, вот можно еще так сделать. Чё башка не... Что, не зомби, у него не мягкая башка. Не мягкая башка. Ну, зомби, у них как бы размягчение тела идет, поэтому их так протакаешь легко и прочее. А, ну хоть какое-то объяснение в Walking Dead, где я там буквально... Но это здесь объяснение, в Walking Dead нет объяснений. Ну вот эта игра объяснила Walking Dead сейчас. Да. Эта игра, это правильный Walking Dead вообще. Не то, что Walking Dead. Сложно сказать. А, так, а где твоя мамочка, как мне кто-то сказал? Блин, что-то тачка не хорошая. Кто-то орёт, нужна помощь. Стойте секунду. Вот это видел? Вообще на погребальную эту херню. Пойдем сайд-квест выполнять. Ну, шлюха, я тебя спасу. Как дела, рыженькая? Как жизнь? Ты её ударишь? Я тоже замочил сам. Ну не повезло. Я в рейдж там пошел всех рубить. Она говорит спасибо. Чё, дашь мне? Комплект дашь мне? Судя по всему, нет. Так куда? Бежишь от меня, я ж тебя спас! Эй, тут что-то есть. О, вилл какие-то. Угу. Что-то я не вижу тут ничего интересного. Боксов, что-то над... Квости тут есть. А. Пила. Пила. Ножи. Можно сделать из этого бомбу. Так. Вот я сейчас ожду начала. Опс, это не то. Выкинули. Да ёпта, это тоже не то. Хотя я не знаю, может из этого тоже может. Может кидаться как. Блин, да. Зомби сейчас сам все прилетел сюда. Я не знаю. Не знаю, просто трупак влетел. Блин, я что-то не знаю, что мне делать с этой фигней. Чё ты слишком с таким Stone Face играешь в такую игру, где такой пиздец происходит. Да уж. Такой, интересно, мне нужно купить. Тут немного жена просила. Ножницы. У меня есть вот эта фигня, и что мне с ней делать, я даже не знаю. Но тут чертежей не было, поэтому тут... Да вали оттуда, иди уже, тебе нужно это там... Это тёлка, кстати, которая убежала, она уже 6 минут выйти не может. Да и забей на неё в жопу, тебе там погребальная хуйня. Катафалк нужно вести тебе. А, да, точно. А! А ну-ка, сошли с моей машины. О, нормально, прилягу, зомбак думает такой. Не-не-не. Да ёпта. Ну-ка, пошли с машины! Так, окей, наконец. О, мы в стрип-клуб, по-моему, приехали. Это было быстро. Да тут город не такой уж большой, прямо. VIP. Особенно тут везде постоянно машины же есть. Армия в диско. Сраные тапки. Да. Ой, я в порядке. А у него на Рамос написано все правильно на этой надежде. Что это его одежда. Кто-то есть? Телочки есть? Телки. Телки! По-моему, они убежали. Телки, вы тут есть вообще, не? Сейчас выпьет, наверное, коктейль. А нет, телефончик, они. Пульт, нет, где их пульт. Показывает? Телек работает! Да, тут вообще все работает. Тут с телеком везде все нормально. Там же всего 72 часа прошло с апокалипсиса. Окей. Ну то есть, стал как город заразился, 72 часа все прошло. Ну так он понятненько. Я ничего не понял, но понятно. Я теперь могу машину делать какую-то дерьмовую. Окей. А, это 7 глав в первом дне только. Окей, понятно. Окей, опять
Тёлочки, правда, не настоящие. А, живые, голые тёлки написано. Даймонд что-то там был. Лук босс! Он такой ждёт, типа, этого. Чё такое? Чё-то ему выкинули, его сюда вкинули. Грацию обратно. Я ненавижу это. Мой босс не особо-то рад. Это была не та тёлка. Должен помочь мне найти правильную. А, ему нужна Энни, то есть та тёлка, которая... Он подумал, что она мертва. Ты всё-таки... Я думаю, да. На самом деле, та тёлка, которую мы видели в начале игры, ему нужна, похоже. То есть она живая, нахуй? Да, она зомби. Зачем она нужна боссу, не сказал? Я не знаю, понять не имею, я же просто предположение. А, ты говоришь, ты знаешь, что тёлка, которая похожа. Ты сказал, что её зовут Инни. Давай ты её привезёшь сюда, и мы как бы поговорим. Я не знаю, смогу ли я это сделать с ней. Ничего личного, но... Nothing personal. Всё, мне придётся спросить моего босса. Всех боссы. Да уж. Только не оставляй меня здесь, ладно? Как этот чувак вообще выжил? Тут все мертвы уже. Как все остальные заразились? Я не знаю. Такие, кстати, смотри. А, Battlefield соси, да? Да, Lensflare вообще. То есть не Lensflare, а Spicular Mapping. Прям вообще, прям на лице. На. Чанг-транк. Еще один. А, кстати, тут в миксере, в блендере, точнее, можно... А, нельзя. Пивко с вином смешал. Оу-оу. Выпил. Коктейль. Коктейли всегда дофига восполняли. Нахуй ты это делаешь, блядь? Он с пропаном. Но он все не взорвется. Да, блин, не взорвется. Я помню, в моем городе так этот ларек с кульц игры ебанул. Это мне трезвонит. Бро! Из тёлки этот суп делает. Зацени. Вот такой кинул мне ссылку. Смотри, из тёлки суп делает. Опс. Так, что-то мне выкинуть надо на пару сек. Я тут арбалет делаю. Огненный арбалет будет. Fire arrow. Что-то ты мощно сейчас сделал. Вот даже там это Ван Хельсинг отдыхает своей хуйней. Это тёлка. Тёлка дохлая. Нормально. Перетанцевал, там ноги у неё нет, ни ноги нет. Отгрызли. Почему именно ноги? Мачете. Я не могу просто выйти отсюда, как... А, окей, там выход. Ладно, дальше тебе, братюня, пошёл. Выбил дверь. Я не могу просто взять и выйти, жену. Там такая тачка, как GTA у тебя была, ну... Да, но я думаю, вообще куда мне ехать сейчас? Да могу он... сюда пройти? Фига, 700 метров ехать. И походу опять через мон приехал. Пошел вон. Что ты делаешь? Пытаюсь немного рассмотреть все. Капец. Надо... Поменяй машину. В любом случае ее делал. Да. Твой выбор не имеешь. А, там кто-то... У меня какое-то задание есть. Опять сайдквест? Рядом. Мэтт какой-то там. Чуваки какие-то. Эй, чё вы тут делаете, ребят? Чё, какие там метамфетаминчики там? Да. Я пока не все... Там кто-то на офисах каких-то сидит. Time to for a hero. Эй, тёлка, чё происходит? Что происходит тут? Эй, давай поговорим. Что тут происходит? Убей одного из них и всё нахуй. Как-нибудь. Так, я пропускаю, чтобы узнать, что делаю. Resolve the dispute. Реши конфликт. Или чё? А, нужно её замочить, он говорит. Замочи эту шлюху. А она чё говорит? Сейчас спросим.
Где еще дробовиком ебанет, наверное. Я не хочу никого убивать. Ты полон дерьма, говорит. Ну, я бы представлял все-таки шлюху. А нет, она на бабку похожа, это бабка. Не, ну бабку трогать нельзя. Иди обратно. Что насчет зомби? Они съели моего мужа Богдана. Это капец какой. Зомби-апокалипсис тут в отношении выясняют. А я не пойму, а... Мне нужно, типа, положить свое оружие, что ли, сюда? Да пулемет отдай им. Пулемет хороший. Ну или пристрели одного. А, там одному нужно оружие дать, другому еды, походу. Ну вот это... Ладно, пулемет окей. А, что их? Я могу пистолетов тут понаходить. Чувак, все лучше тебе еды мне принести. Это что, не еда? Тут 15 надо. 5. Ладно, чуваки, я тут побегаю пару минут. Только не убивайте друг друга пока. Да. Подождите пока, то не решайтесь ничего делать. А у меня есть одно очко, я могу потратить его на... Нифига! Ну ладно, я на жизнь, типа, увеличу себе жизнь. Или что я там увеличу? Я что-то нажал кнопку, не прочитал, что там увеличу. Смотрим, что тут вообще есть. Смотри, как там эти машины толпятся. Нихера себе! Я только сейчас заметил, главное. Что это такое на крыше? Мячик, что ли? Да. Это я. Не, с крыши как-то зомби побольше стало. А так, о, чувак. Они меня заметили, походу. Не стали ко мне сходить. Да, что-то они задвигались. Ой, они что-то ломают. Ладно, гранейт, да, он всё. Ты прям, ну, устроил им там маленький. Я решил повзрывать их. Комбо 87, блять. Да ёпта, комбо! Хуя себе! Да. Окей, это хорошее оружие, можно его не тратить. Ну и чё мне им дать? Тут даже нету людей с пистолетами. Я не знаю даже. Там жопы. С жопы к сюжетной линии, я за машиной иду. Да может ебануть все-таки. Жопа вас и ваша сюжетная линия. Да нельзя. Ебани мужика. Но я хочу их спасти. Я тогда похоже концовку в конце дам. А, тут же концовки. Да. Потому что я уж никого убивать не буду, просто может они тут долго будут сидеть. Ждать меня. Может зомби их просто не заметит. Вот он что-то еще в 100 метрах от меня есть. Ладно, выйдем дальше, пойдем. Коляска. А, не, коляска, что это такое? Ну, кстати, есть какой-то принт. Пошел в жопу. Эй, а, кёт, я-то тогда и не нашел. Я что, стоял, бегал, ничего не нашел. А что за говно тут происходит? Может, он просто на крыше? Да, да, так и есть, на крыше. А где тут крыша? Ну, не знаю, ну, там забраться как-то можно, как-то на этих зданий забирался, не знаю. Ну, он, видишь, вон там зелененький магазин. А, там с другой крыши может собраться, кажется. Знаешь, там лестница есть. Да, вон зайди в соседний магазин, да, вот. Ладно, хер с ними, я потом как-нибудь с этим. Блять. Слишком муторно чё-то, я смотрю. Пошёл в пробу. Я такой спокойно бегу, да-да-да. А куда вы бежим ещё раз? Я не знаю. А, там вон там, 46 метров осталось. Ага, товарищи пожарные, спасибо.
Я так понял, у каждого сайт-квеста есть полосочка, которая убывает со временем. Если да. она уйдет, то пизда. Да, то его не будет. Но не это главное, основное задание не провалить. Окей. А если ты провалишь, переиграть никак, что ли? Ну как-то повлияет? Чё? Я вот, ну вот, допустим, ты провалишь основное задание. Тут вообще можно провалить основное задание? Или да. переиграть? Нет, ну ты его провалишь, ты можешь сказать, ну все, ладно. Или ты можешь сказать, ну вообще-то я лучше сначала тогда начну. Окей, тактика вест. О! О! А что тут делать надо? Да хер знает. Тут нужно что-то инвестигейтнуть вроде бы. Опять тут был... А, я тут был, да. Я тут был, вот и... Блин, столько стрел. Шотганы. О, ассольт райфл, забери да. себе, да. А что тут делать нужно тут? А, вон чувак сверху. А, как мне к нему добраться? Без понятия. Очень сло. Кто-то хотел очень сло. А, где этот тварь, которому нужна очень сло? Я уже не помню. А, он в морозилке там был, кстати, он где-то рядом уже. Да, он где-то недалеко вроде. Рави? Рави? О. Он через... Он далеко. Он через мост. 500 метров до него. Стоп. Но, но он не можешь... через сложный вроде мост, он через простой мост. Ты можешь убрать основное задание и сделать активным побочное, что ли? Нет, у меня все равно видно основное задание. Или нет? А. Вы не видно? Вон, видно. Если ты поворачиваешь... Просто оно не так светится сильно. Да, оно не так сильно светится. Чё случилось? Сейчас ночь наступила, наверное. Обычно тот самый ивент, когда типа ночь наступает, то все становится серьезным, как. Да, типа зомби. Как вообще, да. Там, типа все ночь. Все, сейчас будут. Сейчас психопаты меняются, что-то такое. Ой, аж целая катсцена. Все, у них глаза начинают светиться, они становятся более такими агрессивными. Ёпт, опасно. Типа нужно соблюдать особую осторожность после ночи. Видишь, они вот так вот начинают делать. Ты слышишь, мне уже страшно даже, блять. Что-то зелень, я же загрызут. И они начинают именно, ты не пробежишь просто, они начнут тебя догонять. Окей, неприятно. Тот момент, когда уже... Ну там есть машина. Ну хотя, что ты говоришь, не пробежишь, вот что ты бежишь, все нормально. Да, но они вот прыгают теперь. Теперь нельзя просто брать и игнорировать их. Но я-то скиллованный игрок, уже все части прошел. Ну уже все, олдфак, да? Да. Механика не меняется, это главное. Оу. Фига там размазалось говно, все прям кровавое месиво в перемешку с топлями. Какая-то машина есть. Катафалк, что ли? А, мы до морга доехали. Блин, у меня так вибрирует джойстик. По-моему, они умирают одинаково. Не, умирают они одинаково, просто они агрессивнее становятся. А как мне там поехать? Да, но он прям вообще в другом городе, мудак. Это как-то, по-моему, в игре каратель была, типа, шутка такая, типа, ты хоть как различаешь китайцев, типа, да хуй знает, они умерли одинаково. Ну, это я, да, в принципе. Но у меня всего 3000 зомби я убил за это время. Всего